Итак, всем привет, ребят, с вами Simon 435, и сегодня я покажу, как залить файл на RDHost, чтобы его смогли скачивать другие люди. Так, берем, заходим на этот сайт, нажимаете «Выберите файл», вот выскакивает вот такое окошко, нажимаете «Рабочий стол», или где у вас там находится ваш файл, который надо скинуть, желательно в архиве, если нет несколько файлов, и нажимаете «Открыть». Вот у нас выбрался этот архив, это мой конфиг личный, и нажимаете «Отправить». Вот оно загрузилось. Вот ссылка, я ее копирую. Описание. Я напишу, что это. Это. Да что такое? Это. Да ё-мо, это мой он. Так. Мой конфиг. Обмен. Все. И вот и все. Ваш файл закачанный. Можно вот скопировать ссылку и давать его другим людям, чтобы они скачивали конфиг или что-то еще, другие файлы. А на этом все. И я хочу пожелать вам удачи. Всем пока.